Как конвертировать zip в JPG? Перейдите к azuzip.com и выберите правильный конвертер файлов. Нажмите «Выбрать zip-файл для конвертации», чтобы открыть средство выбора файлов, или перетащите zip-файл прямо на azuzip. После завершения процесса преобразования в zip-архиве будут перечислены все файлы с расширением JPG. Нажмите синюю кнопку «Предварительный просмотр», чтобы открыть файл JPG в браузере. Нажмите зеленую кнопку «Сохранить», чтобы сохранить отдельный файл JPG в выбранную вами папку назначения. Это так просто. Надеюсь, это поможет. Пожалуйста, нажмите на логотип и подпишитесь. Это очень много значит для нас.